Ты будешь скучать? Одна минута. Приветствую, дорогие друзья. Зимой прошлого года жительница Америки Феникс Хайнс была на грани жизни и смерти. Дома у нее остановилось сердце. Муж пытался привести жену в чувство, но безуспешно. Вся надежда была на врачей и скорой помощи. Однако и они ничего сделать не смогли. Сколько было радости на глазах у близких, когда врачи в больнице сумели вернуть Феникс к жизни через 27 минут. Как только глаза женщины открылись, она попросила ручку и листок, чтобы написать сообщение. Разговаривать она не могла, поскольку был подключен аппарат искусственной вентиляции легких. Написанная фраза была следующей: «Это все правда». Через время женщина поведала, что видела черные врата, теплые лучи света и Иисуса. Стоит отметить, что многие люди, которые побывали в состоянии комы, рассказывают подобные истории. Медицинский персонал и ученые скептически относятся к подобному, поскольку словам пациентов нет никаких подтверждений. Описанное может быть простыми галлюцинациями, которые могут быть связаны с недостатком кислорода, критическим падением глюкозы в крови и так далее. Интересно, что околосмертные картины могут видеть люди также в разных опасных ситуациях или при затяжной и сильной депрессии.